əsəri mən həsr eləmişəm bizim doğma İçəri şəhərə. İçəri şəhərə həsr olunub bu. Çərçivələr İçəri şəhərin abu havasını, İçəri şəhərdə olan plastikanı, İçəri şəhərdə olan musiqi səslərini, gözəlliyi. Tək bu İçəri şəhərdə, Bahir şəhərdə, Bakı şəhərdə. Çünki bizim uşaqlığımız İçəri şəhər, Bahir şəhərdə, Bakının küçələrində. Мне очень нравится на медработа. Очень. Она такая очень, как бы, такая, какая есть. Сделана чисто своими руками. И мне очень она нравится, потому что она напоминает чуть-чуть мою работу мне, так как он использовал уже старые объекты, превратил их во что-то новое. И причем я использовала решетку, а он использовал оконную раму. Это совпадение, но все равно очень интересно. И мне нравится тот момент, что он использует те вещи, которые никому не нужны и давно забытые, и превращает их во что-то очень новое и красивое. И еще один момент интересный, то, что каждая вот эта оконная рама им по 100 с чем-то лет. То есть он их снял со здания давно, очень, у него их очень много. Он их постоянно использует в своих работах. И, то есть, получается, это даже можно назвать ее антиквариатом. Ну, не антиквариат, но ну, скоро будет, во всяком случае. И мне нравится по композиции, по сочетанию цветов. И вообще, мне нравится, что вот как он текстно их расположил друг с другом. Напоминает тоже вот сам Ичари Шаэр. Как вот, вот эта тесность, близость, но в то же время правильное расположение. Да, ну, очень нравится работа. Я поздравляю Мамеда за успех. Bu əsərin əsas mənasından ondan mənim üçün, əsas mənasından ondan biri ondan ibarətdir ki, İçəri şəhərdə köhnə abu havanı və ya köhnə əski evlərin elementlərini göstərən bir əsərlərdən ibarət bir əsərdir. Yəni elementlərdən, hal-hazırda köhnə pəncərələrdən və bu da bizim yəni keçmiş həyatın bir elementləridir. Köhnə Bakılı olaraq, köhnə İçəri şəhərli olaraq bu əsərlərdə öz bəlkə də həyatının bir hansısa bir imiclərini, yəni təsvirlərini, yadda qalan təsvirlərini Bakıya bu mövzuya aid göstərib. Произведение называется «Нефть». Концепция заключается в том, что
мне хотелось показать, какую большую и важную роль нефть играет в роли Азербайджана. И мне хотелось также показать историю нефти, как она появилась, начиная с самых истоков, то есть как давно она зарождалась на земле, и вот откуда и куда нас привел этот энергетический ресурс. Финальная сцена показывает то, как расцвел наш город, и как он расцветает, и как цветет, и каких успехов мы достигаем. Естественно, мы этого всего достигаем в различных отраслях, но так или иначе, как бы нефть является одним из самых главных элементов, который позволяет нам достичь того, чего мы достигли. Наверное, вот так. Такая тема, которая используется повсюду, и в принципе она как бы сопутствовала нас с начала экономического развития нашей страны, и всегда как бы такая очень неотъемлемая часть нашей страны. Из-за этого он выбрал, она такая достаточно в принципе обширная тема, но и он показал это вот в таком виде, как больше в 3D проекции. Таким образом нам удалось еще собрать очень много народу, так как такая проходимая очень точка бульвара. И у нас это получилось, очень много народу пришли, мы очень рады, и я думаю, что очень многим понравилось.
Əzəli küçəsi əvvəllər Mikhailovski küçəsi idi, yəni Çarın vaxtında, Rus imperiyasının vaxtı. Və burada müxtəlif qab-qacaq dükanları, məşhur nümunəvi sıra adlı bir dükanlar var idi. Ola bilər ki, orada xırdavat, qab-qacaq, belə bir şeylər satılırdı. İndi də bu küçə yenə də dükanlar küçəsidir, yəni öz dükanları ilə məşhurdur. Sadəcə burada tam başqa, yəni yeni brendlər gəldi, yəni Bakı da dəyişib. Və mən öz əsərlərimdə sadəcə bu tarixinə, bu küçənin tarixini göstərmək istəyirdim. Orada əsərlərdə həmin küçədə yəni köhnə əşyalar, məsələn qab-qacaq, yəni burada tarixin satılan əşyaları göstərmişəm. Maraqlı oldu ki, vitrinlərdə yəni insanlar heç bir məhdudiyyəti olmayaq gəlib baxa bilərlər. Yəni, misal üçün, gecə də insan gəzirsə şəhərdə vitrinə əsərə baxa bilər. Yəni, ki, qaleriya bağlı ola bilər, amma burada çox rahat. Yəni, bu, əslində, bu ictimai incəsənət festivalıdır. Ona görə ictimaiyyətə açıqdır. Yəni, hər adam küçədən keçib baxa bilər. Улицы, то, что здесь всегда вот находились магазины, он это подчеркнул за счет своих работ, которые он выставил на витринах и превратил эту улицу в, можно сказать, выставку под открытым небом. Вот. И каждый прохожий может, когда любуется витриной, заодно увидеть его работу. Orxan bir növ elə bir hər əsrin əvvəllərindəki vaxta qaytar. Çünki onun elədiyi kompozisiyalardan görürük. Və iş üslubu da çox maraqlıdır. Orxanın öz iş üslubudur. Yəni ork şüşə vasitəsilə işlənir. Ümumiyyətlə bu layihələr hamısı Bakının tarixi informasiyasıdır əslində. Axtarılıb, araşdırılmış formada Bakının tarixini əks etdirən bir hal. Yenə də bu da. Yəni, hərə özü üçün bir şey tapır. Amma, belə deyək, bu konkret tarixi hər hansısa bir simvolikadır. Yəni, tarix informasiyadır, belə deyək.
посвящена эта тема транспорту. Очень коротко, это то, что во всех футуристических предсказаниях, утопических романах 19 века самым выгодным, самым вероятным средством передвижения в метрополисах, в больших городах считались летательные аппараты. Но уже к концу, к началу 20 века стало ясно, что основное передвижение будет под землей. То есть полная связь, вот этот извечный конфликт между мечтой и реальностью. Метро оказалось самым безопасным, экологически чистым, вообще выгодным способом передвижения людей в метрополисе. Мы показываем воздушный змей. Сделан он в традиционной форме Эдо. Это настоящий абсолютный змей, сделанный на японской бумаге. При выборе бумаги я учел только одну вещь. Она наполовину сделана из волокон козы, из чего делается рисовая бумага, а наполовину из тутового дерева. То есть тут, который, ну, я вырос в Баку, и тутовое дерево для меня очень важный, так сказать, был элемент детства для всех дома. Парашют, если вы видите, сделано это все в форме пиктограмм, то есть это пиктография методом рисунка передавать какие-то сообщения, какие-то месседжи. Вы видите здесь парашют, то есть мечта опускается. Кстати, в этом году исполнилось ровно 100 лет с того момента, как был совершен первый удачный парашютный прыжок. А внизу, когда мы откроем инсталляцию, мы увидим глобус, где совмещены карты средневековые, европейские и восточные. И на них совершенно разная графика. Одно и то же место, оно сделано совершенно по-разному. И восточные карты очень конкретные, они напоминают современную пиктографию, современные карты метро. Вот, так сказать, основная идея. Burada müəllif maraqlı bir konsepsiya fikirləşib. Bu çərpələngdir, görürsünüz də, modeli də onun. Və o çərpələngin simvolu odur ki, insanlar həmişə səmaya qalxmaq istəyiblər. Samolotla, paraşutla, dirijabl və helikopter və həmişə insan yuxarı qalxmaq istəyir. Və bu sərginin də görürsünüz stolun arxası var burada, davamı var əsərin. Bu isə simvol yerin simvoludur. O necə deyirlər, yeraltı transportda inkişaf edib və indi də bugünkü günə baxsaq görür ki, doğrudan da böyük inkişaf var. Və həmin transport, hava transportu ilə və yeraltı transportu ilə beləliklə müəllif iki zid bir şey, yeraltı hərəkət və göydəki hərəkəti burada bir düşüncə kimi insanları görəsən, düşünərək bu düşüncəni inkişaf edir.